Красному углу Денис Чагайдар, Санкт-Петербург, клуб «Созвездие», второй спортивный разряд. В синем углу кандидат мастера спорта Александр Слюнченко. 122 килограмма. Слюнченко? И этот 105 или 106? 105. 105, да, он здесь. И 122. Ну, они два крепыша. Может, облокотиться об этом, только не урони. Понял, да? Может, туда пойти? Туда, зачем? Ну, как-то... Что? Так, там лучше, по-моему. Так, а там дальше на расстоянии, не могу пробежать. А. Нам уж качество тоже важно. Давай, начинаем. Посмотрим. Бордос, вот ты это парень, да? Бордос. Супертяжи? Угу. 105-120. Пункт власти? Вторая у... Нет. Тогда не у власти, а у Мордона. Красному углу боксер второго разряда Денис Чагайдар. Санкт-Петербург, клуб «Созвездие». 84-го года рождения. За три года занятий салатом провел 25 боев, одержал 21 победу. Технический разряд «Красная перчатка». Обладатель Кубка Санкт-Петербурга, победитель, чемпион России в разделе АСО. Тренируется под руководством Сергея Буланова. Ой! Что, пропустил или поскользнулся? Что было? Ну, он как-то... Не трясти. В ногу фуэта, да, наверное, упал? В ногу дал? Да. Не, не фуэта, а прямой. Хорошо, пробил. Ну, по-моему, толкнул просто. Ну, смотри, смотри.
ним, Денис! Хорошо, Денис, еще! В синем углу продолжение боя готовится кандидат мастера спорта Александр Слюбченко, Мурманск, 94 года рождения. Тренируется под руководством отца Николая Слюбченко. Приготовится 56-й паре вес 65 килограммов, раздел комбо. Мардон Шарипов, Санкт-Петербург, Вячеслав Абубакиров, Тюмень. Бригада судей в том же составе. Победу единогласным решением судьи одержал Денис Чагайдак, Санкт-Петербург. Вообще мертвый этот раз какой-то. Саныч. Поправился. Саныч.